младшей возрастной группы, это все четвертаки всеми стилями. Для более старших возрастных групп у нас все полтинники, также всеми стилями плавания. Это первый день. И во второй день у нас 100 метров комплексов, комплексом для старшей возрастной группы, и 50 метров вольным стилем для младшей возрастной группы. Также во второй день у нас будет интересное наше изюминка соревнованием под названием «Киборг». То есть это спортсмены будут сражаться в 4-раундовом поединке, так сказать. Им придется проплыть 4 отрезка 50-метровых с отдыхом 3 минуты. Кто наберет наибольшее количество очков, тот и победит.